Учебные ракетные стрельбы провел фрегат «Адмирал Эссен». Как сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, удар по условной береговой цели был нанесен комплексом «Калибр». Ракета успешно поразила мишень, пролетев по сложной траектории около 140 морских миль. На время проведения учения акватория Черного моря была закрыта для судоходства. Задачи по оцеплению территории выполняли 10 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты, вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота. В итоге ракета успешно поразила мишень. Это удалось зафиксировать с помощью летающих беспилотников. Отмечается, что это вторая стрельба калибром в акватории Черного моря в рамках плановой боевой подготовки экипажей флота. Первая была проведена в августе прошлого года. Тогда экипаж фрегата «Адмирал Григорович» поразил морскую цель — имитатор корабля условного противника.